Сегодня 14 марта, и у нас ночью вот начал снег падать, метель мести, кружить. МЧС всех предупредил. Ну что делать? Днем вот было плюс 8, солнечно, чудесно. А тут на тебе, зимушка нагрянула. Ну ничего, прорвемся. Недолго ей осталось. Все остальные рады будут. Завтра еще и снежную бабу, наверное, будем лепить. Ветер холодный просто дует в окна очень сильно.